Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем делать салат одуванчик. Что вам понадобится? 150 тертого сыра или 200 грамм. Все по вашему желанию, усмотрению. Одна баночка кукурузки. Предварительно с нее надо будет слить водичку. И 3-4 яичка. Также для заправки нам понадобится просто обычный майонез. Яички натираем на большой терочки таким вот способом, все 4 яичка. Натерли наши яички, теперь мы добавляем сюда кукурузу. И тертый сыр. У меня он уже как бы натертый. 150-200 грамм. Добавляем. И майонез. Тут уже по вашему усмотрению. Вот такой красивый красочный салатик у вас в итоге получается. Всем спасибо за просмотр и до новых видео. Пока-пока!